свети. Таких нет и нет. Полчаса их, час их. Привет! Служба доверия. Привет! Здравствуйте. Ну, что, хотите выговориться? Давайте. Я пока устал. Надеюсь, у тебя все в порядке. Ты думаешь, что если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Это кончалось. Давай, Москва. Станция метро. На меня запала. Я тебе клянусь. Она на Служба меня так глянула. Хотите выговориться? Ответьте. Давайте. Слышите, я пока помолчу. Это Москва. А теперь что случилось? Думаю, в питерском метро должны быть выжившие. Там ведь есть станции, которые поглубже наш город. Там как-то бывало, что и на многих станциях смотрю по краям платформы, где чугунная стена и двери железные. Поезда самого ты не видишь. Садишься через эти двери. Я спрашиваю, зачем такое? Не надо меня домогаться, я не такой. Кто-то говорит...